Ну, друзья, как-то так. Приехали на рыбалочку, на наше любимое место. Вот это жмых клубника. У него, друзья, есть у круглого отверстие. Мы его пилим пополам. Экономия должна быть экономной. Затем продеваем лесочку с петелькой туда. Уронил. А, вот она. И вдеваем палочку для крепления. Вот получается вот такая насадка. Сейчас здесь сделаем крючок, повесим. И все, покажем. Ну вот, друзья, вот такой крючок, третий номер. Будем мы его сюда цеплять. Вот на эту самую петельку мы посадим вот этот крючок. Сейчас еще что дальше будет, я тоже покажу. Правда, эти крючки мне не нравятся, но что сделаешь, пока другого нету. Сейчас буду насаживать. Вот такую ракушку. Вот это именно и сазан любит, и сом любит. Как открывать? Сейчас покажу. Будем открывать вместе. Ножа, друзья, нету. Забыл. Но, думаю, без ножа получится. Без ножа не получается, друзья. Надо искать какую-то палку, чтобы разбить ракушку. Так что сейчас подождем. Ну вот, друзья, мы разбили ракушку, а теперь вот у нее есть внутренности. Мы все выбрасываем. Мы берем вот эту ножку. Сама ножка, которая ползает по дну. И насаживаем ее на крючок. Мирно, тихо. Или сазан, или сом. Что-то у нас будет. Но я хочу поймать вчерашнего сома, которого я вчера не смог вытащить. Ну вот, друзья, будем забрасывать наши донышки. Одна уже, если вам видно, там стоит. Сейчас закидываем вторую. Спиннинг у меня, друзья, крокодил, надежный, катушка Невская, российская. Правда, вчера подвела, но был крупный рыбка. Ну, сейчас забросим. Сейчас колокольчики повесим и будем ждать. А может, сейчас выйдем
и прямой эфир. На сазана, друзья, у меня вот такие приманки. Вот это клубника. В жидком соусе прямо. Вот это чеснок. Хорошая приманка. Карась любит, сазан любит. Сейчас еще покажу. Вот это бойлы тигровый орех. Как раз на тигровый орех вчера хороший сом взял. Ну, а это ягодка малинка. И наши девчата ее хорошо любят. И, оказывается, рыбка тоже хорошо любит. Ну, как-то так, друзья. Ну вот, друзья, 20 сентября. Поставил две донки. Теперь будем ждать. А вы представляете, один колокольчик я не смог найти. Это будет тяжеловато, но ничего. А какая погодка сегодня, смотрите. Плюс 30 градусов. Ну вот, друзья, как-то так сидим, отдыхаем. Погодка классная, пока рыбки нету. Вот это тяжеловато. Будем ждать. Ну что сделаешь? Бывает такое. Всем привет с Казахстана, река Тягач. Там уже Астрахань. Россия. Эй, что такое? Леска ослабла. Ну, бывает ничего.